Здравствуйте, с вами Руин и новости по игре Lord of Heroes. 21 октября произойдет очередное обновление игры. Будет добавлено новое содержание – вечеринка в честь Хэллоуина. На главном экране цитадели будет NPC Хьюи во время события. Вы можете войти в Хэллоуин пати, нажав на Хьюи. Далее, нажав на кнопку «Старт», вы перейдете к экрану формирования героев. Затем можете выбрать героя для формирования группы. Как написано разработчиками, в пати будет 5 человек, вот только формироваться они будут рандомно. Далее вы сможете попасть в подземелье, при этом билет на заход будет потрачен. Битва будет закончена, когда у игрока не останется ни одного хода или все персонажи падут. Основная цель битвы – нанести как можно больше урона до того, как битва достигнет определенного хода. Потому что когда ход пройдет, Пупернель откажется от битвы и ускользнет из битвы. Пупернель будет становиться больше, поскольку получает больше урона. В битве вы получите осколки воспоминаний, которые можно будет обменять в специальные лавки на различные предметы. Билеты вечеринки можно будет покупать в ивентовом магазине. Пупернель будет нескольких стихий. Его стихия будет зависеть от времени захода на этого босса. Если вы будете заходить до 7 часов утра по московскому времени, то босс будет стихией земля. Если вы будете заходить с 7 утра до 22:00 по московскому времени, то босс будет стихией огня. По сути, это будет мини-РБ. Чем больше нанесешь урона, тем лучше награды. Обновление получит бутик. Мы сможем создавать списки желаний аксессуаров. Событие будет проходить с 21 октября по 3 ноября. После выбора трех героев в списке желаний, игроки могут создавать 5 аксессуаров, потратив 120 топоральных нитей. На экране будет видна вероятность получения аксессуаров. По сути, от этого только одна польза: с высокой вероятностью можно будет получить аксессуар на нужного персонажа. В игру будет добавлена Шарлотта Тьмы, класса Воин. Странное сочетание, которое можно будет приобрести за неигровую валюту. Но кто знает, может будет как с Джошуа Тьмы. Будут добавлены всеми нам и знакомые события, но одно самое весомое для нас – это рекламные подарки. В наградах снова топоральные нити, так что внимательно следите за событиями в игре. На этом сегодня все. Да пребудет больше топоральных нитей. Всего доброго!